С весны 2017 года Азов принимает участие в голосовании за благоустройство общественных территорий. Проект формирования комфортной городской среды позволяет азовчанам выбрать территорию, которую они хотят улучшить. Так произошло в прошлом году с Петровским бульваром. Он стал первым в рейтинге голосования и победил. В этом году горожанам также было предложено принять участие в выборе территорий на сайте «Город-среда-2020». Подведены итоги первого этапа голосования. Значит, с 10 по 15 января жители города Азова выбирали территорию, которая будет в первоочередном порядке благоустроена в 2021 году. Всего в голосовании у нас участвовало 2007 жителей. Выбраны следующие территории: набережная реки Азовка, сквер Олеся, улица Чукотская, сквер рядом с роддомом, площадь Ленина, сквер Летчика. В голосовании победила у нас набережная 70% голосов от общего количества, сквер Олеся 7,4%, Чукотская улица, это в поселке Авиаторов, 6,6%, сквер рядом с роддомом 5,5% голосов, площадь Ленина 1,1%, сквер Летчиком около 1%. Хотелось бы отметить, что это не окончательное решение. Все территории размещены на сайте Центра компетенций по развитию городской среды. Для того, чтобы голосование состоялось, необходимо собрать не менее 6 тысяч голосов от общего числа населения. На сегодняшний день приняло участие только 2 тысячи. Теперь мы с 25 по 30 будем проводить рейтинговое голосование. И жители города Азова будут определять одну территорию, на которой будет разработан проект благоустройства, который будет участвовать в конкурсе. Уважаемые азовчане, приглашаем вас всех принять участие в рейтинговом голосовании, которое состоится с 25 января по 30 января на сайте городсреда2020.ру, городсреда2020.рф. Иванна Пажильцева, Александр Кучец, Азов.Инфо.